60 комплектов медалей разыграли велосипедисты на чемпионате и первенстве Омской области. В соревнованиях, которые прошли со 2 по 4 августа на велотреке стадиона «Динамо», приняли участие воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер 8, СДЮШОР номер 30 и Омского областного велоцентра. Всего около 90 спортсменов разных возрастных категорий. Состязания проводились в спринте, темповом омниуме, гите, гонке преследования и в керине, новом виде на омских соревнованиях. Начинаются гонки с мопеда, то есть мопед идет впереди, и сзади него спортсмены. Вот, он разгоняет спортсменов до 40 км в час, а потом оставляет спортсменов, и спортсмены продолжают гонку самостоятельно. Вот после этого этапа начинается настоящая гонка. Вот интересный такой вид, такой необычный. Болельщики, очень интересно болельщикам смотреть на этот вид. Первым чемпионом Омской области по керину стал Сергей Савицкий. По сумме всех спринтерских видов спортсмену был присужден кубок соревнований. Победители и призеры награждены медалями и дипломами. Чемпионат и первенство по велосипедному спорту проводился при поддержке регионального Минспорта и Омского областного велоцентра. По его результатам будет сформирована сборная команда Омской области.